Так, ребята, всем привет. Смотрите, у меня конкурс в группе. Разыгрываю я там, у меня 4 выигрыша, один победитель. У меня там написано первое, второе место. Я, короче, перепутали, написали. Будет один победитель, и это все достанется одному победителю. Вот, будет выбрано случайным числом. Вконтакте будет у нас... Ссылка будет у меня здесь под видео. Либо заходите ко мне в группу ВКонтакте и так далее. Смотрите, ставьте репосты, лайки. Число выигрыша будет у нас 23 февраля. После чего там будет еще тоже конкурс. Вот. После этого видео начнется видео, как установить на Mercedes C200 лазерный стоп. Смотрите, ребят. Всем привет, ребят. С наступившимся Новым годом. Сегодня приехал в гараж. Хочу поставить на Mercedes лазерный стоп. Заказан он был из Китая. Ну, сейчас я вам покажу. Вот что-то такое. Также к нему крепления всякие тут идут. Вот они. И так далее. Сейчас буду ставить. Покажу. Сниму. Еще поставил. Сделал на Мерседесе. Сейчас я вам переварил там глушитель. Сделал, чтобы два выходило глушителя. Вот. Надо будет переделать вот этот чуть-чуть сюда еще сделать, чтобы было уж совсем более-менее хорошо. Нет, потом переделом чисто так попробовать, как оно будет себя вести. Вот. Ну все, сейчас переоденусь и попробуем установить, сделать. Сняли мы, короче, номер. Буду ставить вот сюда куда-нибудь посередине. Вот. Ну и провод нужно протянуть. Я так думаю, вот в эту какую-нибудь дырочку сейчас мы просунем провод. Вот. Обшивку снимем. За обшивку протянем. Как положено. И до стопа. Найдем плюс-минус там на стопе. Все. Вот надо будет разбирать все здесь сейчас. Снимать обшивку. Думали мы, как все вот эти вот прибамбасы, блин, к ней собираются. Вот, сейчас. Сидел, думал и придумал. Вот это вот такое маленькое крепление, оно встает сзади, вот под провод вот так делается, и прикручивается двумя саморезиками. Вот. Двумя саморезиками перекручивается. Потом само остальное вот это крепление встает вот так же. И у нас вот получается тоже двумя саморезами. Вот они, которые. И вот это уже, он как бы получается не двухсторонний скотч, а типа уплотнитель мягкого такого. Он клеится сюда и сюда. Он как бы идет двухсторонний скотч, но и уплотнитель еще. Все равно лучше саморезиками самому прикрутить. Вот. Будет оно у нас крепиться у меня вот здесь, посередине. Вот здесь. Сюда будет уходить провод. Будет проходить туда вниз, здесь. Здесь я еще саморезиками подкручу сверху. Вот. Сейчас как начну делать... Буду снимать, показывать. Ну вот, мы собрали ее. Вот она как должна быть. Здесь скотч такой у нас, как бы двухсторонний. Крепление тоже. Тут я неправильно сказал, тут провод не надо пропихивать здесь через дырочку. Вот. Ну вот, короче, как она получилась. И ее уже сюда вот так будем ставить. Вот так, наоборот только. И все.
Так, спаяли мы, удлинили провод. Вот у нас здесь паечка. И удлинили мы провод, потому что этого провода маловато. Сейчас будем разбирать обшивку и будем протягивать до фары. Там на фаре мы будем уже искать плюс-минус лампочки стоп. Так, чтобы снять обшивку, мы ее полностью не будем снимать. Снимем только вот это вот в начале. Чтобы мы пропихнем вон там, через дырочку пропихнем и сюда выведем. Вот. Нужно будет снять замок. Два болтика вот таких. Здесь. И вот клипсы вот эти вот надо снять будет. Раз, два, три. И здесь также. Вот я уже начал снимать. И все, и она отпустится, и уже будем пробовать протягивать. Меня зовут Митя, и я работаю воспитателем в детском саду, это чистая правда. Вот, протянули мы, ребят. Сделали мы, вот приклеили сюда. Вниз я там герметика подлил. Загерметил внизу, это я сейчас подровняю здесь, чтобы особо не видно было. Вот, потому что там провод, он шатается, и щель, вода попадет, и неделю-две ему пипец будет. Поэтому я загерметил. Так, протянули мы вот сюда. Здесь будет провод за номером, особо не видно будет. И вот протянули мы снутри уже провод сюда. Сейчас мы его опустим вот так и до фонаря. Провод удлинили. Вот у нас какой длинный будет. Сейчас мы будем разбирать уже вот эту консоль, вот эту снимем, чтобы добраться до фонаря. Там мы фишку скинем, проверим тестером, где какой провод, закрепим, заизолируем и уже будем проверять, настраивать, чтобы она уже светила ровно как надо, сколько определенный там. Но также в обратном порядке собираем обшивку, сюда же вот эти клипсы ставим, все обратно, замок выравниваем, чтобы проверяем, закрывался. Вот, протянули мы вот здесь, сделали, пока выпустили отсюда. Сейчас мы разберем вот эту консоль, пластмасску, фару, посмотрим по фишке, где у нас стоп. И будем смотреть, где у нас какой плюс и так далее. Подключим и уже будем смотреть, как это все работает. Разобрали мы фару. Вот она, сняли. Сейчас мы проверим, какой из них у нас стоп. Стоп у нас вот этот верхний. Сейчас мы возьмем тестер, проверим, какой из них куда идет. И уже тогда будем смотреть, какой там провод плюс у нас будет. Так, протянули мы все, подключили. Осталось нам вот найти массу. Массу не могу здесь нигде найти. Сейчас каким-нибудь саморезиком, что ли, некуда сделать. Вот, там мы все подсоединили. Сейчас провода все уберем. Вот. Минус подключим. И все должно работать. Сейчас минус прикручу, и тогда уже вам все покажу. Так, все, я подключил. Минус протянул. Сейчас все здесь уберу, соберу. Вот он у нас горит. Полосочка. Надо будет настроить сейчас еще. Соберу сейчас здесь все. И уже тогда вам покажу. Все, собрал. Спасибо. Поставил, вот на как она выглядит, эта штучка. Немного, конечно, упирает, ну да ладно. Сейчас мы поставим такую палочку, возьмем, поставим, чтобы у нас тормоза работали, а то я один и неудобно. Выключим свет. Вот.
Выключили свет, сейчас мы ее настроим, чтобы она светила. Но здесь особо не видно, потому что место, расстояние небольшое. Вот. Видите, что-то вот она как горит, короче, лампочка сама эта. Вот. Также она, вот я ее отпускаю. Вот. Здесь просто места мало, поэтому надо будет ночью настроить определенное расстояние и уже посмотреть, как что. Ну вот как-то так, ребят. Dropping motherfucking bombs.